навигации. Вы видите, это как приземляется. Приземлился уже самолет. Я напомню, сегодня начинается государственный визит китайского лидера в нашу страну. Последний раз китайский лидер посещал нашу страну в июне 2019 года с государственным тоже визитом. Ну и в свою очередь Владимир Путин был с визитом в Китай в начале февраля 2022, то есть прошлого года, на открытии Пекинской Олимпиады. Примечательно, что договоренность о текущем визите была достигнута в конце прошлого года, ну а практическая подготовка начала проводиться сразу же после съезда, где было объявлено о переизбрании Си Цзиньпиня на пост председателя.